Внимание! В данном видео могут присутствовать сцены насилия и ненормативная лексика. Не рекомендуется к просмотру лицам младше 16 лет. Всем привет! Вы на канале Чай Бенедиктрим. С вами я, чуточку больная. Приболевшая. Больная-то я давно, на голову. Приболевшая. Хулия с чаечком, с горячим. И мы сегодня, сейчас, прямо вот сейчас, в половине первого ночи, продолжаем Assassin's Creed Valhalla. Отправляемся к Дейрдре. Да, идем. Не терпится ее встретить. Лошадь. Воу-воу-воу. Это не моя лошадь. Эй. Мне нужна моя лошадь. Бедный Барри. Мне очень горько, что Флан мог хоть на миг поверить в его вину. У отравителя было две цели. Ослабить войско и устранить Баррида. Ой, какие виды. Воины кашляют кровью. Похоже на яд, что любят друиды из братства детей Дану. Кто они? Христиане пришли к нам не с миром. Многие друиды тогда объединились. Они поклялись уничтожить христиан. Принялись сеять повсюду раздор и смерть. Многие из них тайно живут среди обычных людей. А Дейрдре и остальные? Истинные друиды противостоят детям Дану. Но они разобщены. Потому-то я и мечтаю сделать Флана верховным королем Ирландии. Он победит детей Дану и даст истинным друидам жить спокойно. Расскажи о своей подруге. Дейрдре друид. Я знаю ее много лет. Мы вместе учились. Ты была друидом? Была. В лесах Ирландии скрывается много язычников и друидов. Сюда. Нам надо за реку. Тут как бы другого маршрута-то и нету. Жутковатые места. Не знаю, куда дальше. Езжай вдоль тропы, отмеченной камнями. А ты чё? Просто очень... Во-во-во! А ты чего? Фиара! Волки! Ойли! Коняку не трогай, бляха. Таков уж наш Коннахт. Дикая глушь. Я отсюда родом. У нас лошади сбежали. Ой, ладно. О, красиво. Жилище Дейрдре. Эйвор. Она немного... Странная? Да. Ну, точно. Все странная. Мы немножечко странные. Киара, ты наконец-то решила вернуться в лоно лесное. Дейрдре, это Эйвор. Прости, но мы пришли к тебе за помощью. Феам. Я видела знаки, но надеялась, что ошиблась. Дети Дану? Да. Люди Фланна кашляют кровью. Ты знаешь, что нужно. Но разве нет другого пути? О чем идет речь? Дети Дану делают этот яд, но также владеют ключом к спасению. Нужен янтарь из смолы их священного дерева. У каждого из детей есть при себе кусок такого янтаря. А? Стоит его окунуть в кровь владельца,
и пробудится заключенная внутри сила. Мрачное дело. Как мне найти этих темных друидов? Один наш друг пытался узнать истинные имена Дану. Он надеялся найти того, кого зовут Крапивником. Но нашего друга убили. Дети Дану очень опасны. Может, что-то найдется в его доме. Он на севере, у торгового поста в Саули, близ устья Балия Садары. Я отыщу Крапивника, окуну янтарь в его кровь и вернусь. Да хранят духи твой давай путь. Ты просто кровью с пальчика воспользуешься, да? Что я знаю про это дитя Дану? Может быть... То есть это прям DLC-шка, как вот... Одного убьем и вернемся обратно в Англию. Потому что, ну, это уже перебор. Так настолько хаотично прохожу, что просто залезла в громадное DLC, да? Молодца. Я никогда эту игру не пройду. Осторожно, туман. Ой, ёпта. А что происходит, собственно? Чего, блядь? Ебать, оборотень. What the fuck? Что, блядь? Ой-ой-ой. Зачем? Куда я зашла-то? Что это за пиздец? Yeah.
Чего, блин? Что происходит? I'm so sorry. На усыпи среди Лохгара. Радхерогана. Лохгара. Ой, да в пизду, ребят, вас. Вообще насрать, ребята. Дуб, крапивник, ребят. Чё за травники? Ой, какая ты страшная. Накину-ка я капюшон. А чё такое? Пиво! Вон там! Ты знаешь, где напиток счастья? Да. Осталось чуть-чуть. Здесь бочек все же нет. Опять хватит, суматоха. Хватит! Хватит! Боже, уже! Ты чего? Хочу еще! Слышишь? Пища! Пить! Умрешь! Ой, да в пизду! Христос сегодня с нами! Красиво зато! Ты мне парировать собрался? Ты чё? Ты с кем связался, парировальщик?
такой занес уже. Постой! Детей дома все меньше. Вместе мы справимся, ага. Друзья. Угу. Отравление устроил некий друид из Туама по имени Бич. Расскажу Дейр Дриски и отдам им янтарь. Гори в аду! А он там убивать собрался. Ребят, всех раскидаю. Давай. За мной! Сюда! Ничего, весь участок перебить с вами, ребят. Стоит, просто ловит стрелы. А за ш... под горячую руку попалась. Делай, как я. Ну, как все вместе? Папарм. Не, ну красота же. Подходи и выпей со мной. Не, ну а чё? Выпьем здесь все до капли, а? Победишь, если выпьешь быстрее меня. А давай. Хочешь сделать ставку? Угу. Серебро на бочку. Сейчас. Не отметить надо победу. Ха-ха. За славу и золото. Начнем. Ха-ха-ха. Давай пить. Давай. Давай. Подожди, 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 подожди. Давай. Свидание. Ты, пойдем со мной к бочкам. Пива не осталось совсем. Подожди, я прям на коне на эту точку синхронизации забралась, хотите сказать? Неплохо. Хорошо. Забралась просто на коне.
какая-то не очень высокая точка синхронизации получается. Ну, ладно. Эйвор, я боялась, что тебя уже нет. Да ну. Я-то и есть, а вот крапивник смолк. Пусть кровь крапивника алым молоком прольется в землю и напитает лес. Дай мне его, янтарь. В этом янтаре соки древнего древа, и кровь их пробудила. Гляди, он сделался ярко-красным. Исцеление будет мучительным. Солдаты станут извиваться и молить о смерти. Но скоро поправятся. Спасибо, духи земли. И еще я нашла это. Записку? Отравить войско и обвинить Баррида пытался кто-то из друидов по прозвищу Бич. Дом, где скрывается Бич, находится в Туаме. Может быть, там мы разузнаем, кто сделал яд. Надежда есть, хоть и небольшая. Нам надо отправляться. Погоди, лекарство готово. Нужно доставить его как можно скорее. Я узнаю, что это за Бич. А ты доставь лекарство в Кашалор. 3-4 капли каждому. Не больше. Спасибо и прощай. Эйвор, встретимся под деревом на выезде из Туама на юг. Бич будет вторым из детей Дану, что ты встретишь. Есть и другие. Принесешь мне их янтарь, я сварю зелье, что наделит тебя силой пылающего солнца. Дай одолеть этого, а потом обдумаю твое предложение. И еще кое-что. Прошу тебя, береги Киару. На нее надвигается тьма. Окей. Что? Хорошо, хорошо. Мне, конечно, там еще надо за людьми поприглядывать, ну? Как скажешь. Меня не дает и то. Где-то здесь должен быть дом, в котором прячется Бич. Эй! Ты умрешь! Дурачок! Дурачок. Заперто. У кого-то здесь должен быть ключ. Эй! Ну уж нет! Умри же! Да, ассасин это про стелс, но... Я викинг, в конце концов, или кто? Куча навозная. Сам такой. Сволочь!
Вообще дурачок, да? Бывает. Чего серьезно? Видимо, заперто с той стороны. Заперли с той стороны. Да в смысле, я же сейчас что-то попало. Не знаю, что тут, но мне надо. О. Окей. Не, ну это неплохо, неплохо. Это возьмем, это возьмем и о, еще вот это возьмем. А не могу, жаль, очень жаль. Под деревней звучит как-то странно. Рядом с центральным идолом. Здесь? Не пройти. Нужно отыскать другой путь. Ну вон там что-то мне это говорит. Скрываться, пойду прям так. Бля, это просто с сундуком был. Я думала, это. А. Да куда ты? Сейчас узнаем, куда это ведет. Ой-ой, больно. Ладно, не так уж и больно. Ой, извините. Ай-яй. Ты можешь нырнуть? У тебя же кнопка есть. И чё? Зачем? Просто так искупалась. Да ну не, подожди.
блядь, я отсюда пришла. Вот что значит играть в час ночи. Потому что, ну... Ай, блядь. Яйца Локи. Как хорошо. Тут не открыть, только с той стороны. Ой, да и не страшно, сейчас пройдем. Что все это означает? За беда с тобой случилась. Слава богу, ты не из этих. Из каких? Дан, никогда в жизни не видел таких друидов. Схватили. Но я из этих, из викингов. Мы заблудились в тумане, и мои друзья. Держи себя в руках. Она зовет себя лечом. Она приносила их в жертву по частям. Руку, потом ногу. Уноси-ка отсюда ноги, пока цел. Но сперва скажи, где бич сейчас. Утащила беднягу Финтона на какой-то обряд. Подумать боюсь, что с ним. А ты не думай. Сейчас мы все разрулим. Даруй ему удачу, Тор. Сам выйдешь, да? Сам разберешься, куда идти? Принесли неумело. Так знамени не получить. Жертвоприношение и что-то насчет Пуки. Немного, но Киара, быть может, поймет, что все это значит. Пуки. Что тут может быть непонятного? Ждать к югу от деревни. Если узнают, пощады не жди. Да кто меня тут узнает? Все нормально, вообще спокойненько прошла, можно было. Опа. Тор дал мне сил. Он так эти грибы любит. Эйвор, я отвезла лекарство. Барри, ты сбежал гнева Флана? О, да. И очень этому рад. Воины приходят в себя. Что тебе удалось разузнать? А что с световой гаммой? Бич провести обряд жертвоприношения. Вот как? Это может сделать лишь высший друид. Да, она высший друид. Но что это значит? Что она очень сильна. И с ней будут посвященные. И не только они. Я также узнала, что обряд должен защищать... Такое странное слово. Пука. Пука? Плохо дело.
Но выбора у нас нет. Обряд, скорее всего, проведут в Карнагоне. Надо искать там. А что это за пук? Какой-то зверь? Какой-то зверь? Объясню тебе все по пути. Вперед. Что за такой пук? Ты обещала рассказать мне про пуку. Прежде то были дивные создания. Принимали вид любого зверя, но теперь они опасны. Это шутка? В Норвегии разве нет таких существ? У нас, конечно, есть Фенрир, волк богов, но он такой один. А у нас пука обычное дело. Пуки — человеческие жертвы. Ворону сбила. Это вот твой мир? Дети Дану — исключение. Истинные язычники против них. Флан знает, что наши обычаи исчезнут без его поддержки. Он поклялся не допустить этого. Осторожно. Пуки проворны. Ищи следы лап с длинными когтями. И будь начеку. Там следы. Будет босс. Будет босс, это вот страшный босс. Это Пука. За ним. Да это же волк. Просто Пука сейчас решил принять облик волка. Блядь, страшный. От тумана разум мутится. Мой тоже. Говорящий волк? Во. Пука. Блять, ну тут арена. Стоять! Ты! Вот встань! Вот встань! Хватит, пожалуйста.
Хватит. Да хватит. Дери. Съебался. Во имя богов, что это был за зверь? Тихо. Обряд начался. Иди за мной. Как хорошо. Жесть какая. За месиво, блядь. Все смешалось. Кони, люди. Пуки. Что за месиво? Эй! Я отпарировала вообще-то. Извините. Что это сейчас было просто ей? Ты... Просто прям... Ты предала нас. Проклинаю тебя всеми силами Луны. Твои проклятия бессильны. Нам так нужно было твое могущество. А теперь... Ее больше нет. Она сказала, что ты предала детей Дану. Я была одной из них. Но как же так? Мне казалось, другого пути нет. Хотя Дейрдра и была против. Ты знала их? Почему не привела меня к крапивнику? Действительно. Я была лишь их орудием. Они ревностно стерегли свои тайны.
так что их имена не были мне известны. Что-то ты припиздёниваешь вообще. Здесь есть дивное озеро. Когда будешь готова, я покажу его тебе и все расскажу. На озере будешь показывать мне секретики, рассказывать будешь, да? Секретики будут рассказывать на озере. Неплохо. Окей. Чё, ныряем? Кяри. А отсюда есть куда нырять вообще? Ой, блядь! Бля, сейчас опять умрет. Я правда думала, она может такая в озеро нырнуть. Как так? Там нету... Что? Что ты на меня так смотришь? Да, я убила уже дважды ее. Давай. Вот это сейчас что было, блядь? Почему ты первые 2-3 раза не прыгнула? Ну красиво же, да? И вот мы у Киары. Видела, как эффектная появилась? Вау, ну красиво. Как тут прекрасно. Прежде в этих водах я смывала все свои горести. Ты не против, если я... Нисколько. Этот контент надо будет вырезать. Контент надо будет. Лесов, я бежала и случайно нашла это место. Ладно. Я не знала, как жить. Где мои друзья? Где мир, что я знала? Так я пришла к детям Дану. Сперва они лишь клялись хранить древние обычаи, но скоро обратились к темным обрядам. А потом и того хуже. Да, они стали убивать. Я отреклась от них и молюсь, чтобы они исчезли. Бич что-то говорила о могуществе? Сказки. Выдумки давно сгинувшего народа. Друиды теперь разобщены, у нас нет вождя. Есть король Флан. Я надеюсь на него, но я глупа. Он вовсе не питает любви к прошлому. Ему нужна новая Ирландия. Он клянется, что в ней будет место моему народу. Но грядут новые бури. И как знать, где он укроется? Ты не глупа. Мы с тобой через многое прошли. За реки. Я хочу радоваться жизни. Ты за этим меня сюда привела? Контент, ой-ой-ой. Мы с тобой сможем славно отдохнуть. Ну да, две подружки отдыхают в озере, все нормально. Я охотно разделю с тобой радость, Киара. О, чудесно. Просто чудесно. Там сейчас было очень красиво. Но я вырежу это, к сожалению. Раньше это можно было оставить, то сейчас я убрала. Все, цензурим, господа. Угу. Это было очень красиво, конечно, чем скажешь. Водопады красивые, озеро. Да. Прям хорошо. Что ж, очень красивое место, и правда. А,
Очень необычная получилась серия. Но на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайкосики. Подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Заглядывайте в описание. В описании ссылочка на Discord-сервер, где мы общаемся, делимся интересностями, предупреждаем о стримчанских и кооперативе. Кроме того, в описании ссылочка на канал Алекс Косяк ТВ. У Алекс очень много интересных прохождений, как в записи, так и на стримчанске. Заходите, не пожалеете. Ну и там ссылочка в описании есть на донатики, если хотите порадовать во время стримчанских. Ну или когда видео только выходит. Да, увидимся в следующей серии. Придется все еще побыть в Ирландии. Давайте, все, до встречи. Пока-пока.